Всем доброе утро. Время 5 часов утра. С комрадами поехали покопать. Поехали, думали, на одно место. Вот, но по пути увидели, так скажем, свежепаханное поле. И решили, дай-ка мы по нему прогуляемся. Но вот только зашли, прошли немного. Начала попадаться чернота и немножко керамики. И у меня первая находка. Так, первая находка — это у меня пуговка-гирька. Только вот куда я ее дел? Так. Так, вот уже потерял, а? Ну что так? Так, куда ты? А, вот она. Вот первая находка, вот такая вот. Правда, обломанная. Ну ладно, все равно забираем. Люди были, это хорошо. Так, у меня еще одна находочка. Перстенек, бывший с камушком. Сейчас там, естественно, ничего нет. И перстенек тоже не целый. Хотя бы целый был. Камушек-то хрен бы с ним. Ну ладно. Что есть, то есть. То и забираем. Немного попадя, попадается первая монетка. Здесь глина, на сохран надеяться не приходится. Скорее всего, полушка какая-нибудь мега убитая. Ладно, дома все буду отмачивать и смотреть. Ну вот еще одна находочка. Вот маленькая медная чешуйка. Но так как она медная, она совсем никакущая. Идентифицировать, посмотреть, вряд ли что получится. Окислы я, конечно, уберу, но ей это уже не поможет. Ну ладно, хоть чешуйка есть, и то радует. Вот я раньше находил вот кусочки вот этой вот штуки. А сейчас вот попалась целая. Но что это? Вот два ушка. Вот три каких-то вот заострения. Но что это? Никак понять не могу. Наверное, что-то, конечно, конское. Но если знаете, то может в комментариях напишите. Так, у меня еще одна пуговка-гирька. И опять, к сожалению, она сломанная. Ничего-то как-то... Не везет пока. Ну вот у меня крестик. И он обломанный. Ушко даже целое, а низ обломанный, а? Как так можно? Досадно. Вот сейчас комраду повезло. Нашел петровскую деньгу. Даже более-менее в сохране. Орел виден. Деньга и немножко надписей. Так вот. Решили сменить место дислокации вот на такое. Сосновый лес. Здесь в 50 метрах от нас ручей. Достаточно большой. Раньше был. Вот и первый сигнал. Вот такая вот 2 копейки. Сохран вообще суперский. О, какая штука. Рельеф, все есть. ЕМ, все читаемо. Так, это 813 год. Супер монета.
Ну что, мы тогда здесь остаемся, еще пошаримся. О, блин, а здесь смотри, как резко-то прям. Вот я же тебе говорил про этот ручей. Потому что ручей был глубокий. Да. А, ну везде так. Мы же просто там вылезли так. Аккуратно вот. Тихонько. Давай, придем. Не так держишь? Да, здесь вроде бы сухо. А? Так, руки выше. Идем по старому руслу ручья. Да. Вот весной бы вот по двум сторонам этой речушки мы прошли, ничего не нашли. И сейчас надо выбираться. Их! Так. Да, камни хорошие. Смотри. Ага. Фигурные есть. То ли они отпалены, черные. А? Че, поднимаемся наверх? Вот такие лесные похождения в поисках чего-либо. Но пока ничего интересного. Керамики нету, ярко выраженной черной земли нету. Только пребывание советского человека есть в виде артефактов Рязанского виноводочного комбината. Да и склон здесь достаточно крутой. Сейчас поднимемся повыше, включимся опять.